Вся Москва следила за этой трагедией, но никто не смог помочь российскому актеру театра и кино Павлу Трубинерову. Подписывайтесь срочно на наш канал. Мы сообщаем только самые интересные, самые шокирующие новости российского шоу-бизнеса. Вчера в Подмосковье в страшную аварию попал на мотоцикле наш любимый и известный российский актер Павел Трубинеров. Он находился на съемочной площадке и должен был по сценарию проехаться на спортивном мотоцикле на протяженности около 100 метров. К сожалению, что-то пошло не так, он не справился с управлением и вылетел с дороги. Сейчас он находится в больнице, съемки фильма приостановлены. В каком состоянии находится Павел в больнице, неизвестно. Режиссер, а также съемочная группа пока никак не прокомментировали данную трагедию. Оставайтесь с нами, друзья, на нашем канале, и уже завтра рано утром в нашем новом выпуске вы сможете услышать подробности этой трагедии. Берегите себя, своих родных и близких, друзья.